Вся система, в которой мы живем, вдалбливает нам, что мы бессильны, что мы слабы, что обществом управляет зло и преступность и так далее. Все это брехня. Мы сильны, прекрасны и удивительны. Нет никаких причин, чтобы не понять, кто мы есть и куда мы идем. И нет никаких причин, чтобы человек не владел своей силой. Мы необычайно сильные существа. Я думаю, что провел 30 лет своей жизни, первые 30, пытаясь стать чем-то. Я хотел добиться успеха. Успеха в теннисе, в школе, в институте. И на что бы я ни посмотрел с этой точки зрения, мне всегда чего-то не хватало. Вот, если бы я добился успеха в чем-то, я понял, что играл не в ту игру, потому что игра-то заключалась в том, чтобы понять, кто я уже есть.
We'll be right back.
hope.